эфире прогноз погоды. Я Антонина Проценко. Здравствуйте! Если в этот день спрятать капусту от солнца, то кочаны будут белыми и пышными. Чуть позже поделюсь своими знаниями об этом дне, а пока о погоде в Туле области на ближайшие сутки. В городе Алексине плюс 17, плюс 28. В Ефремове плюс 17, плюс 28. В Белеве плюс 17, плюс 28. В Новомосковске плюс 18, плюс 28. По прогнозам 2 августа температура в Туле будет колебаться от 16 до 28 градусов по Цельсию. Ясно. Влажность воздуха составит 66-76%. Ветер северный до 3 метров в секунду. Возможны небольшие возмущения, следите за здоровьем. Гроза после обеда предвещала хороший урожай, богатство и сытую жизнь. А вот если дождь пошел с утра, то это говорило о том, что погода будет плохой целый день. На сегодня у меня вся информация. Будьте счастливы и больше улыбайтесь. С вами была Антонина Проценко. Увидимся с вами завтра в это же время.